Привет всем! Ну вот, сегодня 22 апреля, и у меня на подоконнике, я вам покажу, уже, видите, краснеет клубничка одна, и вот вторая, вот, видите, какая еще там, вот, тут вот цветочек еще, уже перецветает. Вот еще будет эти зелененькие, вот это во какая уже. Ну, и тут во, видите, и зелененький, и краснеет. Так что вот, солнце нужно, и она будет уже скоро-скоро красная. Так, ну вот, клубничка уже готова. Сегодня 27 апреля, и у меня уже на подоконнике клубничка. Буду срывать вот одна, вот, видите, какая уже готовая. Так, и тут еще вот будет тоже ягодки. Так, и вот тут вторая вот. Видите, две клубнички. Ну, тут тоже еще будет. Вот уже чуть-чуть начинает опять краснеть. Вот, и усик пустил, видите? Вот, вот такая у меня вот клубничка. Надо ее повернуть, чтобы она к свету так была. О, тут еще один усик выходит. И как раз и рассаду даст. Так что вот так вот, сажайте тоже клубничку на подоконнике, и у вас будет рано клубничка. Ну а всем приятного дня, пока! Ну вот, забыла вам сказать, какой аромат клубники. Ой, прям так пахнет она. Это зефир сорт у меня растет. Ну, конечно, можно любой ранний, но я зефир. Так что вот так по. Сажайте и наслаждайтесь клубничкой.